Всем привет! С вами снова я, Серега. Очередное видео из леса. Находимся мы на просеке линии ЛЭП. Вот. Собираем мы здесь брусничку. Брусника всякая. Есть уже и падает, которая с куста, а есть еще и белая. Мы собираем всю, чтобы выбирать не вариант. Сейчас чайку с иван-чаем попью. Закушу хлебцем. И пойду дальше. Ягодки собирать. Ну, набрал уже, наверное, сколько литра. Ну, литра 3, наверное, набрал. Собираю вручную, без комбайна. Погодка, конечно, атас. Небо хмурится, вот-вот дождь пойдет. Поэтому рассиживаться некогда. Быстренько пошвыркаю чаек. И пойду дальше арбайтом. Ладно. По итогу дозапишу еще видео. В общем, маленько я полазил. Устал. Руками это не комбайном собирать. Такая вот она, красавица. Брусничка, он еще маленький. Вроде сверху бордовая, снизу еще розоватая. Но в принципе уже мягкая, сочная. Вот. Ведро у меня 12-литровое. 5 сантиметров до верха ведра не хватает. Ягод. Ну, литров сколько? 8-9, наверное, литров набрал. Я считаю, нормально. Сейчас пойду домой. По пути еще грибочки гляну, может. На грибочки где нарвусь. Грибочков пособираю. Двух рябчиков видел. Не боятся ни хрена, из-под самых ног взлетели. Сам чуть штаны не наложил. Взлетели, улетели в лесок. Туда вот за опору. Мелкач. И давай там насвистывать. В одном месте кучу гильз стрелянных нашел. Ну, тут рябчиков ходят, весной стреляют. Зимой, по-моему, гоняют на снегоходах. Стреляют. Ладно, будем закругляться. Всем спасибо за внимание. Удачи вам в промысловых делах. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. Пока. В общем, маленько я полазил, устал, руками это не комбайном собирать. Вот такая вот она, красавица, брусничка, он еще маленький. Вроде сверху бордовая, снизу еще розоватая. Ну, в принципе, уже мягкая, сочная. Ведро у меня 12-литровое, 5 сантиметров до верха ведра не хватает. Ягод. Ну, литров сколько? 8-9, наверное, литров набрал. Я считаю, нормально. Сейчас пойду домой, по пути еще грибочки гляну, может. На грибочки где нарвусь. Грибочков пособираю. Двух рябчиков видел. Не бояться ни хрена, из-под самых ног взлетели. Сам чуть штаны не наложил. Взлетели, улетели в лесок. Туда вот за опору. Мелкач. И давай там насвистывать. В одном месте кучу гильз стрелянных нашел. Ну, тут рябчики входят, весной стреляют. Зимой, по-моему, гоняют на снегоходах. Стреляют. Ладно, будем закругляться. Всем спасибо за внимание. Удачи вам в промысловых делах. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. Пока. Всем привет. С вами снова я, Серега. Очередное видео из леса. Находимся мы
на просеке линии ЛЭП. Вот. Собираем мы здесь брусничку. Брусника всякая. Есть уже и падает, которая с куста, а есть еще и белая. Вот собираем всю, чтобы выбирать не вариант. Сейчас чайку с иван-чаем попью. Закушу хлебцем. И пойду дальше. Ягодки собирать. Ну, набрал уже, наверное, сколько литра. Ну, литра 3, наверное, набрал. Собираю вручную, без комбайна. Погодка, конечно, атас. Небо хмурится, вот-вот дождь пойдет. Поэтому рассиживаться некогда. Быстренько пошвыркаю чаек. И пойду дальше арбайтом. Ладно. По итогу дозапишу еще видео.